Красив, могуч, он стар и молод. У вас в гостях мы с миром и добром. Да здравствует Смоленск, великий город! Добрый вечер, дорогие друзья! Привет, Смоленск! Ну громче, давайте громче! Чтобы в Москве нас услышали. Вот это, Лен, вот призыв. Отлично, вот я только хотела спросить, как настроение, но ты меня просто опередил. Но я все-таки не удержусь и спрошу. Смоленск, как настроение? Отлично, отлично. Ну что, по какому поводу собрались? Ну как? Этому самому поводу, вот что отличное именно. Настроение. Нет, самый главный повод, что сегодня день Москвы в Смоленской области. Потрясающая погода, мы так волновались. И все получилось очень здорово. Тепло, хорошо, не жарко, очень уютно. Осень, потрясающее время. Скажите, пожалуйста, когда у вашего потрясающего, замечательного города день рождения? Какие вы молодцы. А у нас, у нашего любимого города, вот именно сегодня день рождения. Сегодня мы отмечаем 869 лет нашей столице, нашей красавице Москве. Знаете, сколько гуляний? На всех площадях, улицах, парках, в каждом уголке. И самое удивительное, что, ну это естественно, не везде, далеко не везде можно попасть и не все увидеть. Вот так и хочется сказать, но тогда мы идем к вам. Вот друзья, так и получилось. В лице московских артистов, в лице музыкантов, актеров и множество замечательных коллективов сегодня, друзья. Мы в ваш замечательный, красивый, бриллиантовый город Смоленск приехали, чтобы поздравить и себя с днем рождения, и вместе отпраздновать день рождения нашей златоглавой Москвы, друзья. Тем более, что Смоленск в городе, в Москве и вообще в России в целом очень важную роль играет. Его недаром называют щитом Москвы златоглавой. Да, даже есть такие стихи. Про Смоленск скажет каждый, кого не спроси. Это летопись битв, это истории о нашей Руси. Это каменный щит, что не отдал ту землю врагу. Это город, что защищает стержень страны, столицу, Москву. И сегодня Москва с искренней любовью, с потрясающими пожеланиями добра, счастья, любви всем вам приехала, чтобы отметить свой день рождения. Ну и приехали и мы, артисты, которые проведем сегодня этот вечер. Это народный артист России, артист Центрального академического театра Российской армии Артем Каменский. Спасибо! Мне приятно быть рядом со мной, очаровательная соведущая. Вы же должны ее узнать, участница таких известных телепроектов, как «Голос», «Точь-точь», Елена Максимова. А ну-ка, взорвались, аплодисменты! Вот так кричать каждого артиста. Спасибо, друзья.